Всем привет еще раз. Покажем, что, мы тут что я тут наготовила. Это Эмиль, конечно, делал. Ну, я чистила, я оставила 2 яичка, молоко. Воду слили, молоко налили. И где-то вот такой кусочек, ну не знаю, ну грамм 100 сливочного масла. Вот. Масло, правда, не свойское. Не укупить сейчас свойское масло. Слишком уж. Иногда редко покупаем, бывает, сметанку свойское масло, ну, редко, оно очень дорогущее. Что такая грустная-то? Что не хватает? Чего? Сливочное масло. Да найдьте. Не износись, пожалуйста, только не надо. Шучу. Не надо нам денег. Мы создавали канал просто так. Вообще не надо. Не нам эти. Сейчас аватарку делать для своего канала, мам. Это со своей мебелью. Вот борщ. Ну, обычный борщ. Простой. Ну, просто борщ. Чеснок, правда, не добавлял. Ну и правильно. Почему? Некоторые любят чеснок. Я не хочу. Но Эмиль не любит. Ты такая тихая, ты грустная. Отругал мать тебя, что грустная. Эмиль меня отругал. Говорит, люди пришли не на похороны. Ты что такая? Вы грустная. Веселись, говорит. Вот. Так, ну что? Вот такая вот курочка. Нам ее, правда, еще придется это, ну, а, ну как, обделывать или как это, ну, отрезать, ну вот все вот это. Ну, есть потом, чтобы разрежем вот такая. Вот. Ну, это уже с борщом потом. Вот. А сейчас я хочу, чтобы Эмиль покушал вот это. Подожди. Нет, ты с картошечкой, Милюш. Ты это попробуй. Хорошая. Ну как? Да нормально. Вкусно, правда? Я просто ни разу не пробовала. Эй, Спарта! Я серьезно. И вкусно. Вкусно? Ну, жевай, попробуй. Не, руки мои здесь не нужны. Ты обленился, что ли, уж совсем? Они уже обжирались, Эмиль. Ну что, накормить тебе картошечку? Давай. Будешь есть, точно? Да. Машинка опять течет. Завтра буду менять шланг. Сам, который... И, кстати, не конденсатор, а... Я прям черепаком тебе наложу, ты ничего не обидишь. А распределитель жидкости. Называется вот так, кругленькая. Я уже не знаю, в чем там дело. Ну, шланги, он замотан, короче, как какой-то там изолентой, и, видимо, он худой. Ну, старый машинка. Я говорил, что... Завтра отремонтируем. Купите эту как... Вот такое вот мясо. Угу. Ну, все, мне вот такого кусочка хватит. Ты угрызешь, ты зубастенький. Правда вкуснятин, да? Угу. Чуть-чуть отдает сосновыми дровами. Да, коптилась на дрова уже. На сосновых, видимо. Потому что сосной отдает. Нет, я не ел сосну, не подумайте. Просто один раз, когда кого дрова, кусочек сосновой этой свежей доски попал в рот кусочек. Я что... И прям прилетело. Ты что, с выражениями, что ли? Нет. Я не выражаюсь больше. Мне запретили. Ну и правильно, нечего выражать. Меня забанит. Художественный мат ни к чему. Ну, садись, кушай. Я на камеру не буду. Нет. Просто садись, кушай. Может, ты чист сначала будешь? Нет, я сейчас картошку. Ну, всем пока. Ну вот, всем спасибо, кто смотрит. Пишите комментарии.